Будь ты хоть Буддой, хоть Павлом Петром, тихо сиди и молись в интернете. Гамбургский счет и стокгольмский синдром, просто сиди и молись в интернете. Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Боль и тоска человечество гложет, и непонятно, что будет с миром. Кто же теперь нам осилить поможет? Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Кто к нам придет и осмыслить поможет? Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Мир переполненный тьмою и светом, ложью и правдою, злом и добром. К вам наконец-то пришел за советом гамбургский счет и стокгольмский синдром. К вам пришком дыбал за умным советом гамбургский счет и стокгольмский синдром. Хочет в преддверии новой эпохи как-то прочухать, пронюхать нутром. Чем же вы так хороши и чем плохи? Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Чем вы так плохи и чем вы не плохи? Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Раз уж надолго остались мы дома, время подумать, понять, где чей дом. Нынче покажут нам, кто мы и что мы. Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Всем нам покажут, и кто мы и что мы. Гамбургский счет и стокгольмский синдром. Но уж коль связаны общей сеткой, всяко друг друга в расчет мы берем. В дни, когда правят усталой планеткой гамбургский счет и стокгольмский синдром. В дни, когда рулят бессильной планеткой гамбургский счет и стокгольмский синдром. Некий этап человечества прожит, что впереди не опишешь пером. Лишь только Бог нам осилить поможет гамбургский счет и стокгольмский синдром. Пусть он придет и скорей уничтожит гамбургский счет и стокгольмский синдром.